Юные кинематографисты Зашима Глеб Русаков занял первое место во всероссийском творческом проекте «Поколение М». В качестве награды он пройдет недельную практику в кинокомпании «RFG Group», известной российскому зрителю по фильму «Училка». На конкурс молодой человек представил короткометражный фильм «Эликсир отличник». История о школьнице, которая хотела получать пятерки с помощью волшебного напитка. Глеб стал помощником режиссера и сыграл роль второго плана. Видеосъемками и монтажом он занимается давно. Вместе со своим отцом. В прошлом году поступил на факультет культуры и искусств Омского университета. Я себя вижу в кинематографии, учусь этому, мне это нравится. Я думаю, через года 3-4 сниму полнометражный фильм. Но пока не знаю, в роли кого, режиссер или оператор, или сценарист. Задатки есть, стремление, цель впереди есть. ВУЗ поступил, молодец, на бюджет. Поэтому все есть для того, чтобы развиваться.